Здорово, мужики. Из 7, что мы о нем знаем? Будем откровенны, абсолютно все. Танк в игре настолько давно, что попсове него может быть разве что Леонид Агутин. Вспоминаем игру довода из тейпа Т-10. Какой танк был вожделенной целью любого школьника? Правильно, из 7. Сейчас он в наличии абсолютно у всех, кому он хотя бы немножко нравился, хотя бы чуточку. Статистика у танка по серверу показывает, что стрельба клешнёй для его обладателей отнюдь не в диковинку. Настоящие соводы никогда не думают, никогда не сводятся, играют с конкретной целью. Получить протеиносодержащий коктейль под названием «Удовольствие». И они, как никто, знают, что «В» значит «вертуха» на 613 под палом грязного фашиста. Сегодня я расскажу тем трем парням, которые вчера установили World of Tanks, что за танк такой С7, как на нем играть и что с ним делать. Поехали! Что в этом танке главное? Главное в любом танке вообще-то орудие. И здесь орудие просто плохое. Я ничего не буду говорить, вы не будете со мной спорить, хорошо, договорились? Пожалуйста, не спорь, я прошу, не спорь. Нет, вот тебе хочется, но ты не спорь. Ладно, все. Орудие плохое. Почему? 250 мм пробития на 10 уровне – это никчемная цифра. Ну, просто никчемная. Сравнивая с ПТ-10, просто хочется зажаться в уголочек, удалить игру и больше в нее не заходить с таким пробитием на 10 уровне. Понятно, что кто-то скажет, что у Мауса, у Е100 пробитие бронебойным снарядом еще ниже. Я буду с ними абсолютно согласен. Но это значит лишь одно, что Маус и Е100 еще более никчемны, чем Е7. Хотя у них есть свои плюсы. Так вот, у Е7 пробитие голдовым снарядом всего лишь 303. Голда здесь подкалиберная. Давайте с вами сравним. Объект 268, 303 пробитие бронебойным снарядом с нормализацией 3-4 градуса. Даже, возможно, 5. А у ИСа 7 подкалиберным голдовым снарядом, который уводит вас в минус, да еще и не нормализуется практически. Ну вы поняли, к чему я клоню, да? Угу. Итак, пробитие плохое. Что у нас по альфе? Альфа 490. 490 альфы — это неплохо для тяжи 10 уровня, однако в целом по уровню эта цифра посредственная. Опять же вспоминаем ПТ-10. Они кидают по 850. Некоторые кидают по 1100. Некоторые кидают по 1750. 490. Ну так себе, сойдет, знаете ли. Скорострельность 4,38 выстрела в минуту. Но проще говоря, с установкой досылателя, а других в модуле вы сюда не будете ставить на увеличение скорострельности, поверьте. Вы будете стрелять приблизительно раз в 11 секунд. 11 секунд КД. Это всего на 2 секунды меньше, чем у объекта 268, который затем отправляет снаряд на 850 альфы, а вы всего лишь на 490. Ну хорошо, у вас есть советская мощь, вы кидаете чаще всего на 500. Но у 268 тоже есть советская мощь, и он кидает на 1000. Советская мощь, не забывайте, это такой перк, которого на самом деле нет, который позволяет советским танкам быть дисбалансными. Ну, на самом деле, это все теория заговора, конечно, такого в игре нету. Хотя, если быть до конца откровенным, такое в игре есть, но если я вам об этом скажу, вы назовете меня параноиком-идиотом, поэтому я вам об этом не скажу. Сделаем вид, что я этого вам не говорил, этого нет. Игра абсолютно сбалансирована по нациям. Ничего такого в игре у нас нет. Нет, 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 что вы, ну, господа. Ну, сударь, ну, извините, но... все, закрыли тему, все у нас сбалансировано по нациям. Продолжаем. Что у нас еще с орудием не так? Ну, точность, например, ее здесь просто нет. 0,4 метра разброс на 100 метров. Ну, проще говоря, 40 сантиметров. Вы понимаете, что это довольно много. Сведение 3,5 секунды. Я должен говорить, что это омерзительная точность. Для 10 уровня подавно. Давайте подумаем, какое у нас еще есть орудие на 10 уровне с такой же точностью. Это орудие корабельное от ФВ-215-183. Давайте их сравним. У орудия ФВ пробитие больше, ну правда там хэшем не пробивает экраны, но все же 275, еще там 1750 альфы, а здесь 490. При этом орудие ИСа кидает 4 раза в минуту, орудие ФВ 2 раза в минуту. А альфа меньше всего лишь в какие-то 4,5 раза. Вывод, который я должен сделать, очень печальный, и он не в пользу ИСа 7. Орудие у ИСа 7 просто омерзительное. Что мы ждем от ИСа 7 с омерзительным орудием? Что в танке будет что-то другое, что компенсирует омерзительность его омерзительной пушки. Если еще раз скажу слово «омерзительный», напишите в комментариях, я больше не буду, обещаю. Итак, чем же можно скомпенсировать наличие плохого орудия? Два варианта, либо броней, либо динамикой. Давайте разберемся с
обойми вариантами. Начнем с брони. Броня башни 240, 185, 94. И это круто! Это действительно круто. Если вы сможете спрятать низ корпуса, вы становитесь непробиваемым. Вы адамантиевый росомаха. Если вам отрывают конечность, она мгновенно отрастает. Вы считаете себя неуязвимым. Однако мест на картах, где вы можете оставить от себя только башню со своими не очень хорошими УВНами, довольно мало. Ну, будем откровенны, довольно мало. Танк И-7 большой, считается по советской классификации сверхтяжелым, поэтому мест, на которых можно спрятать эту огромную черепаху, это луноходище, довольно мало. Поэтому переходим к бронированию корпуса. Корпус 150, лоб 150, борт и 100 корма. Казалось бы, 150 лоб, по номиналу очень мало, однако углы просто божественные. Кто крутил эту броню, я не знаю, но это был сумасшедший советский инженер. Он просто вот ночью проснулся и понял, что броню надо сформировать щучьим носом, треугольничком таким приятным, чтобы к двум плоскостям под углом 60 градусов все было, соответственно, для того, чтобы пробить не мог никто. И действительно, лоб со 7-го один из самых крепких в игре, если не брать в расчет его НЛД. Там приведенной брони по 350 мм. Однако, НЛД слабый. Во-первых, в НЛД бронелист чуть-чуть слабее, а во-вторых, он еще и расположен под чуть более корявым углом. Ну и еще, у нас в игре есть такие замечательные танки, которые называются ПТСАУ 10 уровня. И вы знаете, они клали огромный болт на наличие какой угодно брони меньше 250 мм. Просто вот клали огромный болт. Начнем с объекта 268. Он шьет деда куда хочет. Вот просто куда хочет. Зарядив голду под любым углом, под прямым в НЛД, как только любой другой угол в щеку, все, шансов нет. Только в башню может не пробить, и то, если заряжена не голда. Голдой пробивает даже в башню. Если вылетает хотя бы чуть больше среднего пробития, там 400 мм, 410 мм, все, пробитие есть. Поэтому брони против ПТСАУ 10 уровня у этого танка нету. Брони против половины голдовых снарядов 10 уровня у этого танка тоже нету. Поэтому, казалось бы, броня здесь есть, и она бы здесь была просто отменна, если бы не было голда серебра, и если бы не было ПТСАУ 10 уровня. Но они есть, и поэтому броня танка просто немножечко принимает оральный секс. Итак, идем дальше. С броней разобрались, броня здесь есть, но не против всех танков, не против всех типов снарядов. Динамика. Динамика для тяжелого танка хорошая. Назовем эту динамику хорошей. Максималка 59,6. Ему дали историческую максималку, но движок не позволяет ее достичь. Давайте поаплодируем замечательным разработчикам, которые дарят нам танки с историческими характеристиками. Что нам делать? Я уже пробовал извращаться, ставить одновременно масло, регулятор и доп-паёк. И все равно эта штука разгоняется только до сороковника. Поэтому не парьтесь над этим, максималку вы увидите только с горы, с которой вы будете лететь с целью протаранить леопарда с криком «За дедов! За Сталина!». Он поставит вас на гуслю, вас разберет арта, вы будете долго бугуртить. Вот в этом суть ИСа 7-го. Итак, как играть на этой машине? Что у нас есть, чего у нас нет? У нас нет ничего. Вы можете сказать, что есть броня. Есть, на расстоянии метров 400-500 она есть ото всех, а вот в ближнем бою ее нет. Голда, орудия ПТ пробивают вас как хотят, как угодно. Ну, бывает, конечно, один из трех снарядов вас не возьмет, но в целом суммарный ДПМ команды противника разрывает ИСа 7 на ближней дистанции, как куколку так. На части просто демолекуляризует, деструктурирует, я не могу по-другому сказать. Но на дальней дистанции вы можете, конечно, потанковать, но с орудием 0,4 точность, 3,5 секунды сведения. Я желаю вам удачи. Постреляйте, поснайперите. Маскировки у вас, кстати, нету. О чем я сказать, ну, в принципе, должен. Но я думаю, вы сами понимаете, что эта машина размером с луноход, с лунный модуль. Я думаю, все его заметят за километр. Это уже понятно из его габаритов. Поэтому об этом я упоминать и не стал. Как играть на этом танке? У вас два варианта. Два очень простых варианта. Первый вариант – это, испытывая боль, находить тех, у кого альфа ниже вашей, и размениваться с ними по альфе. Также вам надо стараться выкатываться таким образом, чтобы вас не пробили. Если вы, скажем, вы танковываете какую-то ПТ-10, ну, например, вы слабоумный, вот, тогда вам надо очень аккуратно отыграть так, чтобы вас не пробили. А для этого вам надо помолиться, ну, чтобы у противника не была голда заряжена. Максимально красивый ромб сделать. Объясняю для тех, кто не знает. Ромб на ИСе 7 и на танках серии с щучьим носом — это либо выезд из-за угла передом таким образом, чтобы вы подставляли щеку, неудобную для пробития,
либо же это подкрутка на 1-2 градуса, таким образом, чтобы ваше НЛД было под неприятным углом, чтобы хоть чуть-чуть увеличить вероятность непробила. Это не немецкий ромб, это советский ромб с щучьим носом. Чуть-чуть, он маленький, небольшой, незаметный, либо передний. Подставляйте неудобную для пробития щеку. Получайте рикошет. Я сразу говорю, что это нереально трудно, потому что танк поворачивает довольно медленно. Вас все равно, скорее всего, жахнут. Поэтому буду откровенен. Есть второй вариант игры на этом танке. Продать его к чертям. Что я, в принципе, и сделал. И что я вам советую. Потому что танк довольно старый. Понимаете, с маркетинговой точки зрения, старые танки не нужны варгеймингу. Их уже все прокачали, денег с них они не получают, и поэтому для них выгодно, чтобы вы его продали и затем купили. Ну, конечно, все это теория заговора, все это бред, все танки в игре сбалансированы, и Путин принесет... В общем, вы поняли, к чему я клоню, хорошо? Два варианта. Либо вы стараетесь, извращаетесь, танкуете, размениваетесь по альфе, либо вы просто берете, продаете этот танк и покупаете хороший. Я понимаю, что для не до всех это вариант. Есть какие-нибудь сантехники, которые прокачали себе один топ и будут на нем висеть до конца этой игры, пока она не скапультится. Что на этом танке по модулям? Да все просто. На этом танке есть ровно один набор модулей, играя с которым вы можете не ощущать, как сатана медленно поджаривает ваш пукан на сковородке в аду. Это стабилизатор, привод и досылатель. Все. Орудие кривое, косое, как я уже говорил. Поэтому единственное, что нам нужно сделать, это его как-то стабилизировать. Вы знаете, даже с стабилизатором и приводами оно все еще плохое. Ну а досылатель уменьшает время вашей без того бесконечной перезарядки. Я думаю, с этим все ясно. По перкам. Лампочка, ремонт. А дальше абсолютно что хотите. Хоть боевое братство ставьте. Это вообще не важно. Боевое братство здесь, ну не знаю, как мертвому припарка на самом-то деле. Как играть на этой махине? Очень простые советы. Если вы знаете на карте точку, где вы можете спрятать корпус и танковать через башню, вы едете туда. Или вы давите направление вместе со СТ-шками, причем вы первый его давите, потому что у вас самая хорошая броня. Все, ваши опции закончены. Больше танк не может делать абсолютно ничего. Защищать базу, маскироваться, это все не его. Танк огромен, габариты у него существенные, поэтому вы его не замаскируете. Подводя итог, хочется сказать, что И7 не ультимативно плох. Он ничего такой танк, вполне себе сбалансированный, однако в мире, где все решают ПТ-10, маскировка, бронепробитие, альфа, ему нет места, он просто ничего не может сделать ПТ-10 уровня. Вы можете на нем играть, но никто не застрахует вас на ИС-7 от поражения. Вы будете страдать. Ну что ж, с вами был Дрю, с вами была передача «Железный капут». Обязательно подпишитесь на мой канал, что-нибудь напишите в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на группу ВКонтакте. Будьте со мной на связи. Я вас люблю, до встречи в передаче «Железный капут».